сел я в паровозик, реально паровозик, дизель нас тащит, вагон достался с прошлого века, биотуалетов нет, вентиляции здесь нет, окна открыты, дышать в вагоне нечем, пятый вагон, дизель, дышать в вагоне вообще нечем. В общем, мы попали по полной. 21 век, жандармерские войска у нас тут. Кошмар, я не знаю, как в такую жару ехать. Это ужас. 21 век, 2019 год. Видите, нет, сын, и гадим прямо на рельсе. 21 век, ёпперный театр. Вагон полупустой, билетов нет никуда. Зато выкупать должны их дороже. Я на 500 с лишним рублей дороже выкупал. Что? Вот так у нас. На какой бы станции ты ни вышел, везде сразу эти наркоманы хватают свои соски, сигареты, начинают усиленно их всасывать. Дышать на перроне нечем. Специально отведенных мест нет. А дураки, которые себя травят, с каждым годом все больше и больше. Печаль. Лучше занимайтесь спортом, дурачки. Ни на одном перроне нет ни одной урны. И вот так вот все заплевано бычками, мусором. И это везде абсолютно. Мне вот интересно, на ЖД-станциях стоят вот такие вот ларьки со сногсшибательными ценами. Где вода вон двухлитровая 160 рублей. При себестоимости там 25 рублей. Дошик вон 100 рублей пачка. С дичайшими просто ценами. Это все официально в каждом ларьке, в каждом городе. Это у нас ЖД зарабатывает или как вообще, интересно. В общем, контроля никакого нет. Люди вынуждены брать. И ценники вообще просто неадекватные. Все, приехал в Екатеринбург. Какие ощущения от поездки? Ну, во-первых, вагон, как я говорил выше, достался прошловековой. Нет ни кондиционера, ни биотуалета. То есть это проблемы. На каждой станции ты уже не можешь сходить даже элементарно. Руки помыть, не говоря уже о другом. Wi-Fi нет, связи вообще никакой. Вот перед Екатеринбургом за минут за 40 появился более-менее стабильный интернет, стабильная связь. А по факту вообще жесть, чем без связи, как видов, едешь не пообщаться, ни в интернете, ни дела какие-то решить. В общем, неудобно. Хотелось бы пожелать железнодорожникам все-таки этот вопрос решить, как во всех нормальных странах. Мы чай не Уругвай какой-нибудь, хотя, наверное, там и то уже лучше. Много, да почти все деревни нищие. Старые машины, старый транспорт. Все убитое, ушатанное. Двое суток ехал практически. Радоваться нечему. Ну а в Йобурге мне уже нравится, я здесь жил когда-то. Хорошо здесь, город-миллионник. Пойдем в город, выйдем, посмотрим, как там. Та-дам! Я в Екатеринбурге. Ты что, смотрю, это? Отгородили забором. Неудобно стало. Но какое удобство здесь. Конкретно в Екатеринбурге, это немножко сейчас пройду и буду сразу на автовокзале, откуда можно уехать в Реж, Челябинск за медбольчиками. Я ж приехал-то сюда не просто так, 2 года о них мечтал. Спасибо сенсею Игорю Зырянову, который на своих тренировках 2 года назад мне их показал, как с ними работать. И 2 года я копил деньги. В общем, пришло время ехать за ними. Иду на автовокзал. Все, купил билет на Реж. Буквально это вот 3 секунды. Много касс, работают очень быстро. В час. Ну, в общем, грубо говоря, я через 20 минут уже выкатываю в Реж. Игорек, жди меня. Реж, Свердловская область. Все газифицировано. Везде газ, отопление газовое. Все газовое, копеечное. Когда до нас дойдет? Ну, даже дальше смотрите. Трубы везде, все газифицировано. До нашего колхоза, до Хакасии, дать никогда не дойдет.